любимая книга, которую вы прочитали? Я перечитываю 100 раз «Братья Карамазовы». И каждый раз, в каждом возрасте, у меня другое отношение к героям. Я по-другому воспринимаю, и другое мое отношение. «Собачье сердце». Все как было раньше, так и сейчас есть. У Генри, любимый писатель вообще. У Генри, наверное, веселее, его приятнее так читать. «Богатый папа, бедный папа» Роберт Киосаки. Мне очень нравятся, допустим, из классики Стругацкие, современные, Панов, «Страж», Сыромятникова, «Житие мое». Раз 5 перечитывала. «Войну и мир», наверное. Не знаю почему, но очень запомнилось. «Островский». «Как закалялась сталь». «Почему?» «Патриотизм, любовь к родине». «Три мушкетера». Сейчас стали нравиться больше воспоминания типа мемуаров и наших руководителей краевых, вот как Черного Алексея Клименовича и Шаева Виктора Ивановича. «Азбука». «Почему?» «Потому что я работаю учителем в школе». «Алёшкины сказки» мне очень нравятся. «Ходжана Средин». «Драйзер» мне очень нравился в свое время. Стихи, вот говорю, Пушкина, Лермонтова, Осадова очень, Евтушенко. Ну, стихи, вообще стихи, нравились мне стихи. И много помню даже сейчас наизусть. «Здравствуй, Нина. Как живешь ты, Нина? Без тебя, без звонка пришел я, ибо знал, что ты не прогонишь, а возьмешь и чем-нибудь накормишь, и со мной вместе погрустишь. Я тебе не муж и не любовник, но в дверях пальто не сняв еще, руку твою бережно задерживаю и целую в лоб тебе зардевшую. Ты была б женою чудною, ласковою, добрую, чуткою. Но друзья смеются, что ты, Женечка, ну и кто на ней, подумай, женится? Сколько у нее перебывало? Может ли, чтоб это полюбила? А полюбит, стоит ли надеяться? Нет, жениться, брат, нужно на девице. Знаю, черти что, в кроватях делавших, но умевших оставаться в девочках. Ненавижу лживых и разосланных этих самых девок современных. Ты для подлецов была удобная, потому что ты такая добрая. Вот сидишь ты, добротой светясь, вся полна застенчивости, нежности. Как случилось, что тебе сейчас есть с кем спать, а просыпаться не с кем? Были глаза карие ясные, стали глаза карие грустные. Но они остались прекрасные, преданные, добрые, русские. Пусть тебе он все-таки встретится, тот, что добротой такой же светится. Пусть хранит тебя не девственность детская, а великая девственность женская. Пусть щадит тебя тоска нещадная, милая моя, добрая, несчастная».